Друзья, всех вас приветствую на моем канале, меня зовут Артур Романов, и в этом видео я подготовил для вас максимально уверенный прогноз на матч испанской премьеры, где встречаются между собой такие команды, как Барселона и Валенсия. Что ж, не будем тянуть время, сразу же перейдем к делу. Барселона, команда, которая в этом сезоне, конечно, периодически показывает хорошую игру, неплохо начали нынешний сезон, но потом все пошло не лучшим образом. Да и нельзя на самом деле сказать, что сезон прям начали очень хорошо, идеально. То есть командная игра оставляла желать лучшего, но при этом получалось добывать результат. Но сейчас и этого нет. Команда в последнее время с трудом добывает очки в испанской премьере, ну а в Лиге Чемпионов все складывается вообще ужасно. То есть мы с вами видим, как команда проигрывает Баварии 3-0, и в целом понимаем, окей, да, Бавария сейчас в оптимальной форме, у них все шикарно, состав прежний, но когда ты проигрываешь и Бенфике 3-0, это вызывает очень большие вопросы. С Атлетико тоже 2-0 проиграли просто без шансов. С Кадисом в ничью сыграли по нулям, просто с Гранадой 1-1. Мы с вами видим, да, что у Барселоны сейчас все складывается ужасным образом. Единственную победу вот в последнее время, которую удалось добыть, это победа над Леванте 3-0, где там в целом у них было просто огромное количество ударов, 12 ударов в створ, и при этом всего лишь 3 гола. То есть, ну, даже там можно было забивать больше, но Барселона этого сделать не смогла. Сейчас мы с вами как раз таки можем заметить, что Барселона находится на 9-й строчке в испанской премьере. Давненько мы, да, с вами такого не видели, но сейчас Барселона не та, какой была прежде. Все-таки уход Лионеля Месси очень сильно ударил, так сказать, по игре Барселоны. Сейчас вообще в целом игра Барселоны — это что-то непонятное, неизведанное, непонятно к чему они хотят даже прийти. Куман сейчас вообще не радует своих болельщиков, и я думаю, что не так уж и долго он продержится на посте главного тренера, поэтому будем наблюдать, будем следить, но на данный момент Барселона, конечно, выглядит не лучшим образом. Да, конечно, вот если мы с вами на текущую форму, Барселона набрала чуть больше очков, но по игре мы с вами понимаем, что сейчас эти команды абсолютно равны. Итак, что касаемо сегодняшнего оппонента команды Валенсии, то результаты у них в целом неплохие. Команда проиграла всего лишь 2 матча в этом сезоне — Реал Мадриду и Севилье. В принципе, довольно сильным игрокам, проиграли, в принципе, по делу. Причем в каждом из этих матчей хорошо боролись, имели все шансы побеждать матчи с Реал Мадридом, ну или хотя бы сыграть ничью, но пропустили 2 гола друг за другом. В матче с Севильей тоже могли получше отыграть, но там они просто пропустили в начале до 15 минуты автогол и гол на 3 минуте. Подрасслабились сильно в начале, и уже потом тяжело было вернуться в игру, плюс ко всему против Севильи, которая играет у себя дома. Но в любом случае Валенсия показывает неплохую игру, очень достойную, довольно часто может найти свой гол, обостряет неплохо. То есть в целом у этой команды все хорошо, то есть она играет на том уровне, которым должна быть. Ну а перед тем, как я подведу итог, уже оглашу сам прогноз, хочу вам порекомендовать букмекерскую контору, в которой ставлю лично я, это BKMLBet. Это букмекерская контора с самой широкой линией в СНГ, там есть любой матч, любой исход, который вам по душе, ну а что самое главное, вы абсолютно точно можете ей доверять. Если плюс ко всему еще воспользуетесь промокодом, который сейчас увидите на экране, то можете получить плюс 100% бонус к первому пополнению, введя его при регистрации. То есть, пополняя на 1000, получаете 2000, пополняя на 10, получаете 20. Арифметика проста, уверен, что каждому она придется по душе. Ссылка будет в закрепленном комментарии. И также, ребята, если у вас есть какие-то проблемы с регистрацией, то по подсказке в правом верхнем углу можете перейти на обучающее видео, где я подробно рассказываю пошагово, как зарегистрироваться, чтобы у вас не возникало никаких проблем, вопросов. Что хотелось бы сказать по итогу? По итогу мы с вами видим Барселону, которая сейчас, ну, находится в ужасной форме. Я не знаю, чего сейчас можно ждать от Барселоны. Впереди еще и Лига Чемпионов. Здесь же непонятно, на что делать акцент. Казалось бы, нужно его делать на Еврокубках, но у вас и в Лиге все плохо. И вы понимаете, что в Лиге Чемпионов, казалось бы, шансов уже крайне мало, когда ты проигрываешь и Бенфике 3-0, и Баварии 3-0. И, казалось бы, здесь Барселона в теории должна по своему имени добывать победу, но все-таки, на мой взгляд, сейчас Барселона играет примерно так же, на том же уровне, как и Валенсия, потому что у валенсийцев класс игроков, конечно, поменьше, но при этом они показывают более цельную игру, более командную, и в целом я думаю, что здесь могут себя показать с лучшей стороны, плюс ко всему в очных встречах команда себя показывает неплохо. То есть в последних очных противостояниях мы с вами видим, что один раз добывала победу Валенсия, один раз Барселона, и один раз была зафиксирована ничья, причем последних вот матчах
матчах было 2-2 и 2-3 в пользу Барселоны. То есть Барселона, если и выигрывала, делала это с разницей не больше, чем в один гол. Да и в целом Валенсия в этом сезоне пока что больше, чем один гол проиграла только Севилье. И то мы с вами видели, что там произошло. От Барселоны такого, я думаю, здесь ждать не стоит. Поэтому моей ставкой в этом матче будет победа Валенсии с учетом форы плюс 1. То есть я думаю, что здесь, скорее всего, мы с вами видим ничейный результат. Но я вовсе не удивлюсь, если Барселона вновь проиграет, как бы это печально для болельщика Барселоны не звучало. Что ж, друзья, вот такие мысли на этот матч. Если вам хочется получать от меня больше прогнозов, переходите по ссылке в описании, вступайте в мой телеграм-канал, там я ежедневно делюсь бесплатными прогнозами. Ну и также обучайтесь, друзья, обязательно, если вы хотите в этой сфере развиваться, зарабатывать, то это обязательно нужно каждый день. Что-то новое узнавать, делать шаг вперед, на одну ступень выше становиться. И обучающие видео, которые есть в моем YouTube-канале, вы можете смело переходить и, соответственно, обучаться. Что ж, друзья, на этом видео подошло к концу. Подписавшись, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного прогноза. Ну и ставьте пальцы вверх, если вам понравился мой прогноз, ну или данное видео. Если же нет, можете поставить палец вниз. В принципе, я не обижусь. Ваше мнение – это ваше мнение. Что ж, ребята, с вами был Артур Романов. Всем желаю удачи и всем пока.